Всех приветствую на своем канале. Сейчас будет обзор моего повторного заказа по 11-му, кажется, каталогу Avon, который я делала для своей подруги и ее мамы. Я хотела заказать что-то для себя, но у меня сейчас несколько напряг с деньгами, плюс у меня тут выпала случайная карабиха, которая вчера чуть было не сорвалась благодаря некоторым личностям нашим углическим, ну да, не суть. В общем, сразу же хочу передать привет, как меня просили именно в обзоре. Потом я, наверное, стараюсь записать маленькую экстру, как называются обычно маленькие главы, такие страницы на 16, 15, 12 в мангах, приветов сериальных. В общем, Виктория Сергеева, привет тебе. Я рада, что ты меня смотришь. В общем, начну я свой обзор, пожалуй, с вот этого вот геля. Это «Восхитительный сад», «Малина», «Яблоко», «Черная смородина», увлажняющий гель для душа с витаминным комплексом, Avon Senses, витаминная коллекция. Это полностью, как я уже говорила, заказ для моей подруги и ее мамы. Это вот она заказала набор, который был, кажется, по 378-79, ну что-то такое, там 5 вещей было в наборе. В общем, тут 250 мл. Я такой себе заказывала, он вкусно очень пахнет, но для меня чисто минус то, что Avon Senses гель для душа для меня плохо пенится. Он такой очень уж гелеобразный, и я даже не знаю, сколько надо выдавить, чтобы он принял форму какую-нибудь такую, допустим, конкретно гелеобразного геля, как вот, допустим, в Фрешере, Гринмаме или в какой-то другой косметике, когда гелевый душ, гель для душа именно гелеобразный, и он как-то похож на то, что с прикосновением водой дает пену. В общем, это тоже было в наборе, это свежий персик, пена для ванн, 500 мл, Avon. Мне очень нравятся вот такие пены, Женькина мама обычно их использует как гели для душа, некоторые пены для ванн, вот такие Avon-овские, тоже используют как гели для душа. В общем, она зафольгированная обычно, я, конечно, ее открою, но я думаю, что там через эту ничего не учуется, конечно же. В общем, вот такая вот пена. Персик. У меня персиковой пены не было, но я думаю, что она неплохая, потому что серия пен вот этих Avon-овских мне очень нравится. Это был отдельный, тоже в заказе, но не в наборе. Это Avon Man Refresh. Кажется, гель для душа и шампунь для волос. Ну, в общем, 2 в одном, 200 мл, это для Женькиного брата. Он сделан в Польше, и тут по-русски, кажется, вообще ничего нет. Я даже не буду рассматривать, у меня время несколько ограничено, я не знаю, хватит ли у меня батарейки и успею ли я до прихода родственников, чтобы записать без всяких лишних звуков. Это тоже было в наборе. Шампунь Avon Naturals Hair Care. Абсолютная сила, 2 в одном, шампунь ополаскиватель, абрикос и масло ши, 250 мл. Я такой, кажется, не пробовала, но я вообще пользуюсь сейчас шампунем, который мне Алена О прислала в этой посылке своей ответной. В принципе, он неплохой, и Гринмама я сейчас пользуюсь. Вот этот у меня хотел заказать грючок, но так как он был только в наборе, она в результате решила подождать следующего каталога и скидок. Кажется, в следующем каталоге, в 12-м, он по 75 рублей такие шампуни идут. В общем, тут 250 мл. Вот такой гель для душа, она просто у меня в первом заказе, Женькина мама его понюхала, и он ей понравился, они решили Женька заказать по гелю для душа, правда разные, это Avon Naturals для тела, нежный йогуртовый крем-гель для душа, освежающий с ароматом лесных ягод и граната, 200 мл. Мне очень нравятся гели серии Avon Naturals, они хорошо пенятся, этот я еще не пробовала, хотя у меня был скраб этой серии, скраб в принципе неплохой, но я про него говорила где-то в пустых баночках и обзоре. В общем, у меня такой есть в запасиках, а это у меня заказ именно клиентский. И такой Женька, ей очень понравился аромат, и я заказывала именно в первом заказе вот такую вот парочку. Они, кажется, шли один по 129, два за 200, кажется. Avon Naturals для тела, бодрящий зеленый чай и вербена, гель для душа, освежающий с витаминами, 200 мл. Я такую уже брала, и у меня такой стоит в запасах, это для Женьки. Он мне очень нравится, такой аромат, кажется, унисекс, ну, в общем, такой свежий довольно аромат. Так, и Женьке тоже нравится, я помню, когда-то и дарила и фрешевские духи, и кельнскую воду, одеколон точнее, ну да, это не духи, наверное, туалетная вода была, кельнская вода, это зеленый чай. Это маска, которая была в наборе тоже, Avon Planeta Spa, райское увлажнение с маслом оливы, маска для лица, 75 мл. У меня такая маска была по баллам взята, кстати, неплохая маска. И последнее, что было в наборе, это вот этот вот Avon Naturals. Что у нас тут? Сочный гранат и манго, лосьон, спрей для тела, освежающий 100 мл.
Я не буду открывать, потому что все-таки это заказ клиентский. Я думаю, кто пользуется Avon, наверное, знает, что это такое. Чем оно пахнет. Тут 100 мл. И, в общем, вот весь у меня такой заказ. Ну, и тут пустая коробочка. Я хочу, наверное, заказать по 12-му каталогу. Там кое-что выбрала себе Женька. И кое-что выбрала себе я. Я хочу заказать розовую обложку на паспорт, потому что у меня паспортная обложка вся совсем порвалась. Мне что-то давно хотелось эту розовую обложку, и она не всегда бывает. И еще, если там еще осталось, вещь, которая подзарядное устройство, потому что то, которое у меня есть, кажется, оно приказало долго жить. В общем, наверное, на этом все. И я постараюсь сейчас, наверное, записать видео приветов отдельно. Если вы досмотрели до конца и вам было это интересно, я очень рада. И до новых встреч, пока!